получилось. Да-да, давайте его всадники. Ты так рад блестящему осколку, Вольгрим. Но каждому свое. Блестящий осколок, да? Смотри внимательнее. Наконец-то я смогу размять ноги. Вольгрим, ты жив. Похож... Камень был тюрьмой? Так вот, как ты обращаешься с деловыми партнерами. Учтем. Это все не имеет значения. Мы должны найти Люцифера. Что ты знаешь, Вольгрим? Люцифера? Что вам нужно от этого фрукта? Все в этом мире связано, всадник Дис. Была поймана, когда искала предмет, представляющий огромную ценность для Люцифера. Она мне обязана. Можно и так сказать. И что за предмет ищет Люцифер? Это тлеющее сердце. Содержит силу тысячи солнц. Вполне достаточно, чтобы заставить демона поволноваться. Я полагаю, что если мы первыми найдем его, это нарушит планы Люцифера. Я бы сказала, что так оно и есть. Нам пригодится все, что приближает нас к лжецу. Тляющее сердце хранится в демонической кузнице, называемой Пламенной Сокровищницей. Но двум могучим всадникам не составит труда его достать. Избавь нас от своей лести, демон. Просто покажи дорогу. Похоже, это будут самые многообещающие отношения. Да, вы были заняты. Еще парочку душ. Ах, мы были.
сокровищница. В ней создают оружие, при помощи которого можно противостоять небесному воинству или разрушать творения мастеров. Почему бы и нам здесь что-нибудь не разрушить? Наша главная цель – тлеющее сердце. Конечно, но почему бы не позабавиться по пути? Ugh!
Оглянись, брат. Непомерные амбиции демонов, стремящихся нарушить равновесие. Вот почему мы сражаемся. А что насчет Вульгрима? Разве помогая ему, мы не нарушаем равновесие? Я уверен, что тлеющее сердце нужно ему не для украшения. Нам нужна информация. То, что затевает Люцифер, гораздо важнее Вульгрима и его махинаций. Совету не понравилось бы, узнай они, что мы отдаем ценные артефакты за сведения. Ради задания мы делаем то, что должны. Если у Вульгрима есть свои амбиции, потом разберемся и с ним. Война, расслабься. Я валяю дурака. Давай заканчивать, пока у меня не расплавилась кожа. Thank you.
разница, если она... А здесь-то здесь должны быть какие-нибудь материалы. Все это место, кузница. Что-нибудь да найдем. Его здесь нет. У меня щиток запотел. Вот одна из множества причин, почему я не ношу идиотские маски. А, так это не маска? О, прости, пожалуйста. Ah!
ты стремился, братец. Га! Вода! Никогда в жизни так не веселился!
вас видеть, всадники. Я не был уверен, что вы вернетесь. Постарайся не показывать разочарования. Эй, ты тут что-то переставил? Бездна постоянно находится в движении. Это жидкость. Все меняется. Здесь полно всяких секретов. А ценных? Мы раздобыли тлеющее сердце, но ни на шаг не приблизились к Люциферу, что немного приближает тебя к моему клинку. Как я уже говорил, все в этом мире связано. Тлеющее сердце — это источник силы. И моя. Я слышу только рокот, но чтобы выследить Люцифера и найти демонов, с которыми он в сговоре, нам понадобится всевидящее око, работающее вместе с сердцем. Дай угадаю, ты случайно потерял свое? Я знаю о древнем храме, где хранится такой артефакт. Мои змеиные норы могут перенести вас. И это всевидящее око приведет нас к Люциферу? Другого способа я не знаю. В таком случае мы его раздобудем, но я предупреждаю тебя, демон, не трать наше время зря. Я бы не осмелился на это.